Ольга Киевская, «Баллада о матери», читает Петухонов Тимур, 4-я, школа 10. 41-й, год потери страха, заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах вводили утром на расстрел. Первым шел постарше, темнорусый, все при нем, и силушка, и сталь. А за ним второй, пацан без уса, слишком юный, чтобы умирать. Но сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя. «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет». «Нет», — она просила, — «пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня, меня убейте, но в живых оставьте сыновей». Ей ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем, сына. Кто тебе милее, выбирает». Как смертельной этой круговерти ей сберечь кого-нибудь суметь. Если первенца спасет от смерти, то последуешь обречен на смерть. Зарыдала мать, запричитала, вглядываясь в лица сыновей, будто бы и правду выбирала, кто роднее, кто дороже ей. Взгляд туда-сюда переводила: «О, не пожелаешь и врагу мук таких». Сынов перекрестила и призналась в лицо: «Не могу». Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы: «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты». Старше, виновато улыбаясь, младшего груди своей прижал: «Брат, спасайся, ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал». Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся, что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки, я не жил, не стоит начинать». Тут учтиво немец молвил: «Битая», отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет». Ахнули два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза, а они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на слом. Мать безмолвно сердцем каменеет: «Уж не жить сыночком, не свести». «Дура матка», — получает немец, — «одного могла бы хоть спасти». А она, баюкая их тихо, вытирала с губ сыновних кровь. Вот такой убийственно великой может быть у матери любовь.